Отремонтировать все дома ветеранов Великой Отечественной войны в Брестской области на этот проект выделят 70 тысяч рублей. Внимание в первую очередь электропроводке и печному оборудованию. Еще одна задача – установить всем пожарные извещатели. За состоянием жилья ветеранов постоянно наблюдают представители местных властей во всех областях. И капитальный и косметический ремонт с начала года сделали в 1200 домах и квартирах. Льгота по поддержке участников войны, конечно, не единственная. Это 100% осмотры медицинские, это осмотры жилищно-бытовых условий, ну и, безусловно, новые технологии. И совершенствуются как сами специалисты, которые оказывают эти услуги для того, чтобы жизнь ветеранов была более комфортной и чтобы они получали максимальную радость от повседневного бытия. В Беларуси сегодня живут более 10,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Все они, понятно, люди очень преклонного возраста. Самому молодому участнику войны уже 85.